Мы вновь приветствуем наших зрителей. В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксана Тебенихина. О событиях Рязани вам, как всегда, расскажут наши авторы. Смотрите сегодня. Закроют или нет? Что ждет центральный рынок в ближайшее время? Последний рывок. Рязанские коммунальщики бросают силы на борьбу с остатками зимней роскоши. Памяти героев. В России вспоминают легендарную шестую роту десантников, погибших при исполнении служебного долга в Чечне. Губернатор Олег Ковалев на сегодняшнем заседании регионального правительства прокомментировал ситуацию, сложившуюся на центральном рынке, а также дал ряд поручений. Как отметил глава региона, ситуация, сложившаяся вокруг центрального рынка Рязани, продолжается с декабря прошлого года. Тогда арендаторам, которые там работают, собственник рынка объявил, что с 1 января 2016 года их торговые точки будут закрыты. И это собственник рынка мотивировал тем, что налоговая служба отказала им в перерегистрации, что было не совсем так, отметил Олег Ковалев. В кратчайшие сроки были урегулированы все вопросы, связанные с регистрацией вновь созданных предприятий на территории центрального рынка, и хозяйственная деятельность была продолжена. Сейчас ряду арендаторов, работающих на территории рынка, снова объявлено, что с 1 апреля текущего года с ними будут прекращены договоры аренды на основании того, что в отношении учредителя возбуждено уголовное дело. Их уведомил об этом руководитель одного из собственников рынка. От таких, будем говорить, непоследовательных и провокационных действий могут пострадать арендаторы. В связи с этим я даю поручение Минэкономразвития и главе администрации города Рязани. Первое. Необходимо поднять всю историю приватизации имущества рынка, всех земельных участков, которые находятся там, на которых оно, рынок расположен, и провести соответствующую юридическую проверку на чистоту принимаемых решений. В случае, если будут выявлены нарушения законодательства при проведении этих действий, следует предпринять предусмотренные законом меры. Второе. Значит, предложить арендаторам, торгующим продовольственной и непродовольственной группой товаров, возможные места торговли на других площадках в городе Рязани. Оказать им всяческое содействие в перемещении их на другие торговые площадки. Следующее. Для тех, кто примет решение о перемещении, предусмотреть предоставление возможных льгот в связи с переездом, в частности, рассмотреть возможность освобождения их от уплаты налогов сроком на один месяц. По всей стране в эти дни вспоминают легендарную шестую роту десантников, погибших при исполнении служебного долга в Аргунском ущелье в Чечне. 16 лет назад псковская рота предотвратила прорыв банды и уничтожила 700 боевиков. При этом из 90 десантников в живых осталось только шестеро. Среди погибших героев был и наш земляк Роман Соколов. Гибель псковских десантников, или как официально называют это событие, бой у высоты 776. Пожалуй, самая трагичная и загадочная страница в истории второй чеченской кампании. 1 марта 2000 года 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ вышла на злочастную высоту, где вступила в неравный бой с боевиками. Их было всего 90 против 1200 боевиков Хатаба и Басаева, прорвавшихся из окружения под Шатоем. Всего 90. Бой длился 16 часов. Когда вот в этой ситуации сложился встречный бой, и противник, видя, что их подавляющее превосходство, естественно, это их злило, что они не могли. Это их слило еще более больше и больше. По-хорошему, то есть, если исходить, проявили бы слабость, какую-то неуверенность офицеры, бойцы роты, бой бы уже закончился к концу вечера, то есть вечером. А так бой продолжался до утра. И никто, ни один человек не сдался. Все вели бой до последнего, зная, что если он отступит, то это будет предательство. Сегодня о них говорят, предотвратили катастрофу. Тогда, 13 лет назад, к ним на помощь пытались прорваться сразу несколько десантных подразделений. Но добраться до места боя смогли лишь 15 бойцов первой роты. Когда стало ясно, что силы слишком неравные, десантники пошли в рукопашную и вызвали огонь на себя. Из 90 бойцов выжили только 6. Один из погибших – 28-летний рязанец гвардии капитан Роман Соколов. Около его тела нашли 15 трупов боевиков. Роман сопротивлялся до последнего, несмотря на то, что взрывами ему оторвало руку и обе ноги.
хотел служить. И предлагали ему там уйти куда-то. Он говорит, нет, я вот хочу быть строевым, вот именно боевым, а офицером. Он так и шел к этому. Он в первой Чечне был, оттуда вернулся с контузией. Орден мужества Югославии был. И он, как вам сказать, спешил жить. Вот это у него было не отнять. Все хотел. Но погибнуть 28 лет, это тоже... Ну, что он есть, пацан еще? И главное, у него 16 февраля исполнилось 28, а 1 марта погиб. На день рождения матери. Сегодня военные говорят, что десантники могли избежать гибели. Достаточно было отступить. Но они приняли неравный бой, понимая, чем грозит этот прорыв боевиков. Зима, конечно, подошла к своему логическому завершению, но так просто она не сдастся. И отголоски ее будут сохраняться еще довольно продолжительное время. На борьбу с последствиями снегопадов и ночных заморозков наши коммунальщики ежедневно выходят с самого утра. Каковы результаты их работы, узнайте из сюжета Анны Герцовской. Уборка улиц – это всегда больное место современных городов. Рязань не становится исключением. Вот и приходится горожанам жить согласно законам природы. В мощные снегопады бросать свои авто и пересаживаться на общественный транспорт. Вот теперь доставать резиновые сапоги. А в заморозке выполнять не совсем изящные и травмоопасные па на ледяных бульварах областного центра. Так и сегодня можно увидеть, как служба по благоустройству города вместо борьбы с наледью убирают остатки и так растаявшего за теплые выходные снега, выпавшего еще в начале января. Город вовсю готовится встречать весну. Расскажите, пожалуйста, о проделанной работе. Ну, мы вывозим снег. Вот идем по улице, собираем остатки снега, который здесь в данный момент находится на этой улице. У нас в основном работа ведется ночью. Вывоз снега с улиц, которые вообще в вывозе еще ни разу не вывозились. Вот. А он, днем у нас один только вот экипаж, две машины. Получается, что службы выехали убирать снег с обочин, когда он уже почти растаял. Возникает вопрос, насколько на данный момент гражданам необходима такая уборка. Ведь им приходится испытывать трудности от работы этого экипажа. Служба убирает снег на центральных улицах во время утреннего час пика. Спецтехника периодически перегораживает дорогу и затрудняет движение транспорта. И даже пугает пешеходов, потому что выезжает на тротуары для того, чтобы зачерпнуть маленькие комочки снега. Но даже это не главное, ведь спецслужбы города обходят стороной другую проблему, волнующую горожан. Пока в городе ведется активная борьба со снегом на обочине, граждане продолжают скользить на тротуарах. Скорее всего, теперь лед на них исчезнет только с наступлением весеннего потепления. Такую позицию нам высказали и представители службы по благоустройству города. А с наледью будет борьба какая-то, естественно? А какая может быть борьба? Только солнышко. То есть убираться лед не будет и посыпаться ничем? Ну, сейчас вот в эти перепады и в такой снегопад смысл нет его посыпать и убирать. По одной простой причине, сегодня вот его убрали, завтра он опять снег пошел, и тут же опять чуть подморозило, опять образовалась эта наледь. Представители службы по благоустройству города отметили, что уборка наледи все-таки может начаться с приходом стабильного весеннего потепления и плюсовой температуры. Интересно была откомментированная ситуация с теми дорогами, которые на протяжении всей зимы были покрыты льдом и остаются скользкими до сих пор. Зимой не было наледи, потому что зимой выпал снег и мороз. Снег просто, он не образует наледь. Но отчаиваться рязанцам не стоит, ведь несмотря на любые причины рабочих, убирать наледь или не делать этого, весна, по прогнозам синоптиков, придет в город вовремя. А значит, вместе с холодом уйдут и травмоопасные проблемы. Заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев проведет выездной прием граждан в Рязанской области по вопросам, относящимся к компетенции межрегиональной транспортной прокуратуры. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась встреча с предпринимателями Рязанской области, деятельность которых связана с работой транспортных предприятий. Подробности узнаете из сюжета Марины Комиссаровой.
В последнее время государством уделяется большое внимание защите прав предпринимателей. И важную роль при этом играют органы прокуратуры. Выездные приемные, подобные той, что прошла в нашем регионе 29 февраля, проводятся регулярно. И их главная цель – обозначить основные проблемы, связанные с малым и средним бизнесом, а также решить вопросы, возникающие у предпринимателей, работающих с транспортными предприятиями. Помимо Олега Опенышева, с докладом выступила старший помощник транспортного прокурора Рязанской области. Статья 13.3 Федерального закона о противодействии коррупции установлена обязанность организации разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Согласно данной норме закона, меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных прав и иных правонарушений, сотрудничество организации с правоохранительными органами, разработку и внедрение практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, принятие кодекса этики служебного поведения работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Участникам разъяснили требования закона о защите прав предпринимателей, трудового и антикоррупционного законодательства. В мероприятии принял участие уполномоченный по правам предпринимателей по Рязанской области Егор Бурцев. Сотрудники управления уголовного розыска регионального ОМВД совместно с коллегами из городского управления задержали на окраине города злоумышленника, который транспортировал мешок с марихуаной, наркотическим веществом растительного происхождения. Изъято более 3 килограммов наркотика. 24-летний рязанец оказался причастным к кустарному изготовлению сильнодействующих наркотических средств на растительной основе. В ходе проверки оперативники уголовного розыска выяснили, что молодой человек вскоре должен был получить большое количество наркосырья. Оперативники остановили подозреваемого парня на окраине Рязани. При личном досмотре у него обнаружили мешок с высушенным растением с характерным запахом. Эксперты установили, что злоумышленник транспортировал 3 килограмма 121 грамм наркотического средства растительного происхождения, марихуаны. Наркотические средства употребляем марихуану. Марихуану. Что у вас сейчас находится в руках? Конопля. Понятно. Где вы ее? На даче. На даче? Да, на даче. На даче что именно на даче? Ну, нарвал. Для каких целей вы ее нарвали? Молочко варить. По предварительной информации, злоумышленник планировал кустарным способом изготовить из этого наркосырья сильнодействующее наркотическое средство. 29 февраля литературная и журналистская общественность Рязани вспоминала имя поэта, писателя и публициста Валентина Сафонова. Творчество его было пронизано военной тематикой. Великое Отечественное застало семью Сафонова в Бресте. О фактах биографии соотечественника и коллеги вспоминали в редакции «Рязанские ведомости». Журналистика – профессия преемственная, и в нашем регионе у нее надежные глубокие корни. 29 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения прозаика, публициста, поэта, члена Союза писателей России Валентина Ивановича Сафонова, уроженца рабочего поселка Сараи Рязанской области. Писатель, который ребенком застал годы войны, его семья тогда была в Бресте. Годы возвращения домой в Сараи долгое время хранились как записи в детских дневниках, а потом отобразились на страницах публицистики и прозы Валентина Ивановича. Считал своим долгом активно, считал долгом каждого писателя очень активно участвовать в общественной жизни, следить за временем, поправлять время, что он и старался делать всей своей жизнью. И вообще говорить о Валентине Ивановиче Сафонове вне отрыва от его, а говорить о его судьбе и творческой деятельности, вне отрыва от личности его, гражданина, как человека, который из той плеяды, из того поколения, буквально ворвавшегося в жизнь после войны, мальчиков, которые на своих плечах жизнь эту строили и считали страну, созданную после войны, своей страной, хотели в ней быть главными людьми, людьми, которые хранят все самое святое, что они приняли с кровью, с молоком матери, это понятие чести, совести, понятие гражданского мужества. Уже через много лет после войны Валентин Сафонов обобщит все то, что пережила семья во время тяжелого пути. Мы видели вот это – безостановочную, безжалостную погоню. Люди охотились на людей, вооруженные – на безоружных. И, настигая, убивали – хладнокровно, бестрепетно. В своей собственной жизни показывал пример того, что писатель – это не тот человек, который где-то сидит и корпит над книжками и лелеет собственное какое-то там величие. Писатель – это человек, который с народом, который в народе и для народа.
И мы это видим по всей жизни, которую в наследство, как в своей книге, оставил нам Валентин Иванович Сафонов. Валентин Иванович – член Союза писателей СССР, затем России. Автор более 20 сборников рассказов, повестей, художественной документалистики. В памяти современников писатель остался как задорный, энергичный, открытый и сердитый. Настежь распахнутый писатель, публицист, гражданин и во всех своих проявлениях – большой поэт, так и не реализовавший себя. Свой талант, силы свои, саму жизнь буквально до последнего вздоха он отдавал людям, ничего не требуя и не ожидая для себя. На этом мы завершаем информационный выпуск программы «День города», а завтра мы вновь выйдем в эфир с последними новостями Рязани и расскажем вам о самых важных событиях областного центра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше.